Всеобщий митинг национального оппозиционного движения Кыргызстана на деле оказался пшиком. Из-за малочисленности оппозиционной сходки киргизские спецназовцы, готовившиеся к масштабным столкновениям с активистами, от скуки вздремнули на своих щитах под солнышком. Оппозиция не смогла вывести на улицы даже половину из заявленных ранее 3000 человек. Эпицентром собрания стал столичный сквер имени Горького. У подножия памятника советскому классику свои ораторские способности демонстрировали лидеры оппозиции. Впрочем, ничего нового люди не услышали. Требования остались те же – отставка президента, роспуск парламента, освобождение депутата Кильдибекова. Мы сегодня сделали всего лишь первый шаг. Оппозиция не волшебники. Я это точно знаю, я профессиональный оппозиционер в течение последних 10 лет. Оппозиция, какая бы она сильная ни была, какая бы она сплоченная ни была, за один день все не может сделать. Но мы будем смотреть за властью. Как только они совершат ошибку, им придется плохо. Вялую акцию протеста немного оживила информация о задержании милиции 200 митингующих на подступах к столице. Для их освобождения лидеры оппозиции сразу же организовали группу для переговоров с президентом и парламентом. Однако их никто не принял. Тогда оппозиционеры направились к своим задержанным сторонникам. Вскоре милиция отпустила митингующих, рекомендовав им убраться в парке после проведения мероприятия. Нарушений зафиксировано не было. Митинг проходит мирно. С утра был небольшой эксцесс, когда митингующие начали собираться в разных частях города, хотя договоренность была о проведении митинга в сквере. Сейчас практически всех задержанных отпустили после проверки документов. В конце мероприятия глава национального оппозиционного движения Равшан Жээнбеков объявил о том, что в ближайшие месяцы митингов больше не будет. Оппоненты власти, вероятно, увидев сильно поредевшие ряды своих сторонников, видимо, не захотели сконфузиться перед журналистами.